4 палестинских боевика были уничтожены в ночь на пятницу в результате авиаудара израильских ВВС. Сейчас на ваших экранах оперативная съемка Цахала. Как заявила пресс-служба армии обороны Израиля, основной целью ракетного удара был туннель на границе с сектором Газа, который террористы используют для подготовки нападений на территорию еврейского государства. Гибель палестинцев подтвердили и представители правящего в Газе Хамаса. За несколько часов до обстрела туннеля еще один боевик погиб, и 5 израильских солдат получили ранения в результате перестрелки на границе. Иерусалим уже обвинил Хамас в нарушении условий соглашения о прекращении огня, который был заключен в ноябре прошлого года.